Мы находимся на крупнейшей выставке World Food, продолжаем общаться с нашими спикерами. Прямо сейчас познакомимся с Ксенией Лысенко. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы участник конференции, о чем были ваши кейсы, что вы продвигали? Я сегодня рассказывала на конференции о том, как внедрять изменения внутри магазинов и как сделать так, чтобы донести ценности бренда до своих гостей, до покупателей. А скажите, пожалуйста, какие-то промежуточные итоги данной встречи уже есть по донесению кейсов? Да, конечно. Мы внутри нашей сети делаем все возможное для того, чтобы гости чувствовали себя атмосферу такого доверия, домашнего, уюта. И поэтому у нас очень много классных бесплатных штук, таких как бесплатная вода, бесплатный лед, бесплатные пакеты. А также у нас можно спокойно там, сходить в туалет, например, да, там, причесаться, к примеру. Вот. И я рассказывала как раз о том, как мы это делаем, с помощью каких способов. Вот. Поэтому, если интересно, поделюсь презентацией. Отлично. А коллеги также с вами сегодня делились опытом. Что-то запомнилось? Да, очень запоминается то, что сейчас компании, которые не являются, так скажем, ну, профессионалами в фуд-ритейле, они идут в эту сферу, делают это супер-мега профессионально, а также запомнили кейсы сети, которая создала своего собственного блогера, и они продвигают и завоевывают сердца аудитории именно таким способом. Это очень прикольно. Отлично. То есть опыт вы у коллег будете перенимать постепенно, да? Да, конечно. Вообще большое спасибо, что проходят такие классные конференции, где можно со всей России, даже со всего мира встретиться с коллегами, послушать опыт и для себя взять что-то прикольное и интересное. Спасибо большое, Ксения. Но если какое-то обращение есть, я помню, что оно было. Можете обратиться. Давайте. Хотела обратиться ко всем зрителям. Приглашаем вас в нашу сеть. Посмотреть, как организована у нас любовь и забота о наших гостях. Мы открыты в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Будет открытие в октябре. Приглашаем вас. Лично можно попить вместе со мной капучино в наших магазинах. Пишите, звоните. Спасибо большое. Всего вам доброго. Желаем удачи. Да. Спасибо и вам.